Последние звонки прозвенят в школах Вологды 24 и 25 мая. Первыми выпустятся девятиклассники, затем 11 классы, после чего у выпускников начнутся экзамены. Девятые классы будут сдавать госэкзамен в форме основного и выпускного. Это два обязательных русской литературы и два предмета по выбору. Одиннадцатиклассники в основном сдают ЕГЭ. Все школы и аудитории готовы к проведению экзаменов. Есть ряд нововведений. К примеру, в ГИА сократили сроки проверки экзамена для комиссии до 10 календарных дней. А в ЕГЭ изменились КИМы по биологии, физике и химии. Кроме того, контрольно-измерительные материалы теперь будут печатать непосредственно на экзамене в аудитории. Тут же будут и сканировать бланки. Государственная итоговая аттестация в девятых классах проходит в период с 26 мая по 8 июня. Это основные сроки, основной период и основные сроки. Дополнительные сроки определены с 19 июня по 28 июня. Также это основной период считается. В дополнительные сроки в 9 классе сдают только те обучающиеся, которые получили на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам. И если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительные результаты по более чем по двум предметам, то, соответственно, или, например, повторно получил неуд, да, например, по математике первый раз и второй раз, то срок пересдачи у них назначается не ранее, чем 1 сентября. Все 100% аудитории оснащены видеонаблюдением в режиме офлайн. То есть 9 классы идет просто запись, как сдается экзамен. Для участия в базе зарегистрировано для сдачи ГИА-9 3227 человек. Из них 3155 человек это сдают основной государственный экзамен и 72 человека сдают государственный выпускной экзамен. Также на базе наших пунктов сдают основной государственный экзамен выпускники ВМЛ нашего многопрофильного лицея, это 56 человек. Число сдающих ОГЭ может измениться по результатам допуска ГИА. Допуск будет проходить вот для 9 классов 23 мая и для 11 классов будет 24. По предварительным данным, может быть недопущено для ГИА 9-классников где-то около 16 человек. Для получения аттестата в этом году нужно сдать, если в прошлые годы было только два экзамена русский и математику, то в этом году нужно сдать не только русский и математику, но также два предмета по выбору. Но выбирают сами ребята. Соответственно, вот эти предметы по выбору будут влиять и на итоговую отметку, которая пойдет в аттестат. Среди предметов по выбору мы можем сказать, что популярными в течение двух последних лет продолжают оставаться обществознание, география, информатика, биология, химия и физика. Процент выбора большинства предметов остается приблизительно одинаковым, но наиболее такие резкие изменения наблюдаются по предмету информатика. Выросло число на 14% у ребят, которые выбрали этот предмет, а вот по обществознанию снизилось на 20%. Государственная итоговая аттестация в 11 классах проходит в период с 29 мая по 19 июня. Это основной период. У него есть свои дополнительные сроки с 19 июня по 1 июля. И проходил досрочный период и дополнительный этап также в сентябре. Общее количество пунктов для 11-классников, для проведения ГИА в 11 классе, количество их 10. Все 100% аудитории оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн, не офлайн, а онлайн, то есть идет запись. Ее можно экспертам, общественникам, общественным наблюдателям посмотреть, как это происходит. И для участия в базе зарегистрировано у нас 1667 человек, которые будут сдавать экзамен. Из них 1381 – это обучающиеся наших муниципальных школ города Вологды. Из них, вот из этих 1381, 1367 будут сдавать экзамен в форме единого государственного экзамена, а 14 в форме государственного выпускного экзамена. Точно такие же условия и как при девятых классах. Сдаются дети, которые с ограниченными возможностями здоровья, и дети-инвалиды. Но они выбирают самостоятельно. Они могут выбрать экзамен и в форме ЕГЭ. Число сдающих ЕГЭ также может измениться по результатам допуска к итоговой аттестации. Вот пока, по предварительным данным, может быть недопущено пока 3 человека. Нововведением ЕГЭ в этом году стало то, что выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период или в дополнительные сроки основного периода. То есть они не сдают вместе со школьниками. Существенные изменения претерпели и КИМы. Какие? По биологии в основном, по химии и по физике. Что там произошло? Исключены задания с выбором ответа у них. Это вот первая часть А, где нужно методом тыка выбрать. По биологии, по химии сокращено количество заданий, и по биологии увеличена продолжительность экзаменационной работы со 180 до 210 минут. В этом году было поставлено оборудование, закупалось оно департаментом образования, то есть областью, это областные были средства, закупалось и было поставлено во все пункты, во все 10 пунктов проведения ЕГЭ. Соответственно, эта практика, технология печати КИМ в аудитории и сканирования бланков в штабе ПП будет в этом году на всех экзаменах во всех пунктах.